Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Lexus RX350 2012 года выпуска. На этом автомобиле мы заменим задние тормозные колодки. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем оба колеса, снимаем колодки, сжимаем цилиндры, устанавливаем новые, ну, все как положено. В процессе все будет видно. Колодки использовать будем корейской фирмы Sunshine. Качество колодок проверено, поэтому ставим уверенно. Приступаем. Подняли автомобиль. Открутил заднее колесо. Снимаем его. Откручиваем два задних болта, которые держит цилиндр тормозной. Ключик здесь на 14. И снимаем цилиндр. Снимаем обе колодки. Со старых колодок снимаем радиаторы. И снимаем пискун. Берем новые колодки, но перед этим проверим, как у нас направляющие шевелятся. Направляющие ходят мягенько. Это направляющие тоже у нас ходят мягенько. Износ на дисках небольшой, но есть, это ничего страшного. Берем струбцину и сдавливаем поршень. Все, поршень мы сдавили. Колодки мы будем использовать корейские фирмы Sunshine. Номер их SP1458. Вот такие идут колодки. Родной радиатор мы снимем. И установим заводской. Также установим пискун на место. И ставим колодочку. Вторую колодку делаем точно так же. Устанавливаем радиатор. И устанавливаем пискун. Пискун это, во-первых, он... А нет, это даже не пискун. Здесь он не исполняет роль пискуна. Он исполняет роль прижимной пружины, которая не дает колодке дребезжать в скобе суппорта. Все установили на место. Здесь разжимных пружин не идет. Здесь нагрузка другая.
Устанавливаем цилиндр и наживляем оба болта. Все, колодки мы заменили. Устанавливаем на место колесо. Аналогичным образом мы меняем и вторую сторону автомобиля, но перед этим мы нажимаем на педаль тормоза несколько раз, чтобы колодки прижать к тормозному диску, и уровень тормозной жидкости у нас не поднимался. На этом все. Всего вам доброго.